Помогите дышать. Общественники Темиртау собирают подписи под экологическим обращением. Над городом металлургов стоит смог, причину которого жители объяснить не могут. Люди требуют вмешательства экспертов. В ситуации разбиралась Марина Золотарева. За короткое время экологическое обращение жителей Темиртау собрало несколько сотен подписей. Горожане бьют тревогу. С каждым днем дышать становится все труднее. Жители не только ощущают удушливый запах, но и видят завесу над городом металлургов. Копоть оседает на снеге, покрывает пленкой автомобили. Вон на машине, посмотрите, утром вообще невозможно дышать. Это уже противогазодение, наверное, в будущем, даже через дней 15. Хорошо, что у нас тут ветра, а то бы мы как тараканы после дихлофоса бы кверху ногами лежали бы. Я на ночь люблю приоткрыть форточку, ну и другой раз даже задыхаешься, воздух ужасный. Выброс, что ли, идет ночью. В Темиртау проживают почти 170 тысяч человек. Порядка 3000 горожан болеют онкологией. Это уже статистика медиков. Молодая мама Антонина Кочуева написала петицию и организовала сбор подписей. В своем обращении активисты просят власти проверить выбросы крупных городских предприятий и усилить контроль за экологией. Над городом, ну действительно, наш завод, он создает облака. Вот, серые, из пыли. Хочется просто даже честно, объективно услышать ответ на вопрос, из-за чего это происходит, какая загрязняемость у нас в городе, какие выбросы, соответствуют ли они норме или нет. На протяжении многих лет Темиртау лидирует в списке самых загрязненных городов страны. По официальным данным, в прошлом году выбросы только металлургического комбината превысили 200 тысяч тонн, а промышленных предприятий в городе больше 100. И на сегодняшний день они очень большую работу проводят по улавливанию тех самых вредных веществ, уходящих в атмосферу. Ну, конечно, я думаю, что еще недоработки есть. Производство очень большое, сразу одной же газочисткой все охватить невозможно. Экологические проекты у них есть, и экологические предписания, конечно, не имеют со стороны тех или других уполномоченных органов. Когда у нас ветер направлен на город, и мы имеем неприятные запахи, конечно, это бывает. Местные власти горожан услышали. Аким города попросил экологов организовать неплановую проверку промышленных предприятий. Результаты обещают обнародовать в скором времени. Марина Золотарева, Василий Савкина, Света Саинов, Карагандинская область, Хабар 24.